3 вересня у нашому місті стартує традиційний фестиваль пісні Старого яхт-клубу. Які сюрпризи і які подарунки на глядачів чекають вже дуже скоро? Ми вирішили запитати у співорганізатора цього фестивалю Євгена Довгого. Доброго ранку. Добрий день, дорогі друзі, добрий ранок. Ну, дійсно, 3 числа, 3 сентября стартує 11-й фестиваль. Це вже 11-й за рахунком. Да, 11-й по счету, да. Это фестиваль, который принесет нашим жителям города Николаева, нашим горожанам много новых интересных встреч с любимыми артистами, музыкантами, которые еще играли на танцплощадках верхней и нижней. Такие ребята тоже есть, мы с ними. И познакомить с молодежью, которая тоже самое растет, участь на примере старшего поколения и покажет свои новые работы. Будет много пример новых песен. Наши известные композиторы Наталья Крумеленко, Александр Сычев, заслуженный артист Украины, Виктор Панченко покажут примеры своих песен. Я тоже покажу две своих песни новых. Мы ждем новых песен от наших друзей из Николаевской области, Веселинова, Новая Одесса, Баштанка. Все эти наши друзья привезут новые песни. Готовятся. Готовятся. Уже пакуют вализы. И приедут, поэтому фестиваль начнется 17 часов без опоздания, он будет длиться долгое количество времени. Там будет представлена вся музыка, существующая в городе Николаеве, начиная от джаза, бардовской песни, популярной музыки, и шансон, и рок-фестиваль. Будет открыты все секреты, давайте все секреты, не пока все еще завітаем на один из минулих фестивалів и побачим одного из участников. Правда? Давайте, конечно, давайте. Интересно. Месяц молодой парусом плывет сквозь облака. Легкая волна, музыки полна, берега касается слегка. Поздние огни, парочки тени, узенькая пляжа полоса. До чего был сладок шум знакомых танцплощадок и родных кумиров голоса. Песни старого яхт-клуба собирают всех друзей. Песни старого яхт-клуба память юности моей. Здесь когда-то у причала всюду музыка звучала и любовью наполняла нам сердца. Прежде круг наш тесен, значит много новых песен. Вместе мы споем сначала до конца. Николаев мой, мы одной судьбой связаны с тобою на века. Слышатся в тиши песни для души, и огнями светится река. Ну, ось ми побачили одну з музичних композицій. Гімн фестивалю, да, прозвучало. Гімн фестивалю, який ми писали вместе з нашим замечательним ніколаївським поетом В'ячеславом Качуріним. Він відкриває, звісно, фестиваль кожен рік, цей гімн. І цьогоріч також не буде виключенням. Що? Цьогоріч також він відкриє вже 11-й фестиваль, в 11-й раз відкриє. Да. Давайте пригадаємо історію цього фестивалю. Як виникла така ідея, знайшла ось таке чудове втілення, і вже 11-й рік буде радувати людей? Перший фестиваль пройшов у 2004 році в ресторані «Ольвія». Вот. Ну, форма проведення в ресторані фестивалю мені не дуже подобалася, одразу скажу. Ближайші 2 роки я іскав партнерів, чтобы провести это мощное мероприятие, которое требует, естественно, больших финансовых затрат. 2 года был перерыв, то есть в 2005 году и в 2006 году. 2007 года начался ежегодно фестиваль, когда начал поддерживать наш мэр Владимир Дмитриевич Чайка, другие партнеры, которые много лет подряд помогают в проведении фестиваля, в том числе я хочу отметить завод «Экватор» Сергея Кантера, депутата городского совета, который в этом году 10-й раз помогает нашему фестивалю. Это нешуточное дело в наше сложное время. Это Виктор Кисличенко, Николаевский завод железобетонных изделий, тоже замечательный человек.
его коллектив помогает проведению этого фестиваля. Это, естественно, хочу сказать, что фестиваль проходит в этом году при поддержке народного депутата Украины Бориса Козыря, при поддержке Заводской райгосадминистрации Вячеслав Карцев, а также управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета, начальник управления Лилия Заворотня. Скажіть, будь ласка, от дехто думає, що цей фестиваль розрахований тільки на людей, ну, старшого віку. Ні. Як ви думаєте, кому він цікавий і хто прийде на цей фестиваль? Особливість цього фестивалю звучається в тому, що цей фестиваль інтересен кожному чоловіку в місті Николаєві. Разного возраста, починає з 5-летнього возраста і до 90-летнього возраста. Тому що особливість цього фестивалю показать музыку всего времени, всех поколений, живущих ныне людей в городе Николаеве. Поэтому фестиваль песен старого их клуба, это не только это старого их клуба, но не старые песни. Это ретро-блок, безусловно, большой очень, где участвуют замечательные наши музыканты. И Виктор Семенович Белонок, которому в следующем году исполнится 80 лет, он выйдет с гитары и споет песню свою, наверняка новую. И Валерий Коврижный, который играл на верхней площадке. И Валерий Яковлев. И Валерий Карпенко. То есть список очень большой. Вместе с тем, молодежь представит себя очень хорошо, здесь покажет новые свои работы. Более того, в рамках этого фестиваля мы ежегодно проводим рок-фестиваль, где выступят лучшие рок-группы города Николаева. И «Проспект Мира», и группа «Апельсин», значит, и такие команды, как Indigo, All Inclusive и так далее, и так далее. А скажите, пожалуйста, вы можете представить нам, ну, какое-то наибольшее открытие фестиваля, или наибольший сюрприз? Вы считаете, если я открою все сюрпризы, это будет интересно тогда? Может, народ не придет, открывая все сюрпризы? Но один из сюрпризов... Не хочете открывать? Я могу один из сюрпризов рассказать. Все сюрпризы рассказывать, конечно, я не буду. Домовились, но да, один. Один, да. Вот, например, в этом фестивале принят участие наше молодое дарование. Молодой совершенно парень, мальчик, Марк Коваленко. Он как бы еще, совершенно еще по возрасту, значит, ему мало лет, но он уже известный далеко во многих городах нашей страны, потому что он представлял, участвовал в суперфинале фестиваля «Украина мая талант» в телевизионном проекте, где он стал участником, не более того участником, он стал участником финала этого проекта. Вот один из сюрпризов. Он будет дебютировать на фестивале в этом году. Дякую, цікавий сюрприз. Я думаю, що глядачі вже чекають на зустріч із всіма і улюбленими, і новими учасниками фестивалю. Тож у вас є зараз нагода запросити всіх глядачів до участі. Дорогі друзі, дорогі ніколаївці, ми вас чекаємо в цю суботу, 3 сентября, 17 часов, на фестивалі «Пісня старого клубу». Ви сидите з вашими замечательними кумірами, кумирами танцплощадок верхние и нижние. Вы сидите с поколением прекрасных певцов наших, со всеми заслуженными артистами Украины, которые находятся в нашем городе, с молодежью, с любителями любителей рок-музыки, увидят прекрасных исполнителей во время рок-фестиваля. Приходите на фестиваль, мы вас ждем. Чудовое запрошение, я дякую вам.